Привет, с вами снова Денечка. Сегодня мы проходим Warcraft за людей. Следующая глава — Заварушка у черного камня. Всем привет. Я тут тоже карбонку снимаю между делом. А, ну ладно. Я еще там доснял сейчас Underground 2, сейчас там серия. Трафик. Уже доснял. Чудит у меня. Почти что. Вторая серия. Ну вот. Я уже карьеру доснял и на третье соревнование доснял. Сейчас еще соревнование снимаю. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Но на данный момент пока еще даже первый Underground не выложен. Уж простите меня. Два джипа уничтожили. Так, стоп, это подкрепление 40 секунд. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. А до отрыва еще 2 минуты. Да уж. Затмить наш разум, мы станем такими же. Так, джипы, давайте влопаем прямо. Прав, а, правильно, они сейчас своего там ударили. Теперь, если у тебя еще остались силы, эх, это прерватель, это подкрепление будет. Поэтому, блин, я? Ну, конечно. Опасно сейчас находиться далеко от прервателя. Вот уже привет появился. Я не подведу тебя. Опять джипы, можете их видеть. 2-1-0. Да, менты, подъезжайте. Свет сюда. Дает мне силу. Чего? Не хватает дерева. Вот так вот. Ни один просто врезался. Бамс. Я сейчас зуб уже крайне не жевал. Где враг? Отличный план. Я готов. Хорошо. Ой, зафиги, алтарь мне нужен. Так. Хорошо. Осталось меньше 30 секунд. Да. Я служу свету. Надо документов. Я готов. Хорошо. Не надо! Арестован. Отчет. Арестован. Ну ладно. Где враг? Разумеется. Отличный план. Арестован, пацаны. О, тестовый заезд, по-видимому, это баг. На свет самом деле я проиграл, я арестован. За честь и отвагу! Отличный план. Готово. Да. Готово. Неохота гоняться 12 минут. Ну ладно. Чего? Я тогда подумал, что сами его сшибут. А так не получилось, хорошо, к сожалению. Я служу свету. Так. За честь и отвагу! Конечно. Ой. Будь здоров. Спасибо. Не хватает золота. Эх, не получилось его. А ладно, вот так. Ёкарный бабай. Будь здоров, что там с тобой? Да не знаю. Готово. Джипы. Ай да, одного уничтожен. Да, господин. Жду приказания. Ай да, второго уничтожен. Ну, я пошел. Ай да, еще корветку бахнем напоследок. Не хватает золота. Не нужно кланяться. Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. Ай да, сосчет его. Зуба уничтожил. Там сейчас... А нет, не получится. Добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам нет, в этих лесах? Нет, не получится. Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если да, разумеется. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Трафик врезал. Кстати, трафик, трафик по встречке ехал, пацаны. Дракон, которого мы ищем, нормально, что? Ну бы нет. Теперь он не уйдет.
во имя правосудия. Наш город не нужно осаждают враги. Да, ваше сельство! Есть! В атаку! К оружию! Ну да, грузовик. Значит, так делают какой-то. Не хватает воздуха. Тоже вступили. К оружию! Поехали в тоннель. Заграждение. Во имя правосудия. Отличный план. За честь. Он грузовик, я его объехал. Отличный. Ладно. План. Конечно. Разумеется. Езжайте. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Исследование завершено. Разумеется. Отличный план. Вы осмелились бросить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Теперь мы отнесем его сердце гномам. Где враг? Конечно. За честь и отвагу! Где джип? Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Так, теперь отнесем отличный сердце план. Гномам. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Так. Хорошо. Надо починить. Исследование завершено. Свет дает мне силу. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Я служу свету. Привет, неудачник. За честь и отвагу. А я, по отличный сути, уже план. Тоже неудачник. В какой-то мере. Пап. Отличный план. Они получат по заслугам. Через 10 секунд. На нас напали. Хотим. Филиппу. Где враг? За честь и отвагу. Так что лишний грузовичок сейчас не помешает. А, кстати, если... Разумеется. Получится бы дрифтить. Жду исследование завершено. Притормозить основать. Что прикажете? Момент, так точно. Так, я служу свету. Да, не буду. За такая честь тема. И отвагу. Конечно. Нет. Лучше разворачивай. Опов много, а грузовиков-то нет. По имя права. Даша? Вообще трафика нет. Вообще трафика нет. Там же не заграждение. Нет трафик. Нет, вот трафик стал. Свет дает мне силу. Где враг? Разумеется. Так, это... Кап. За честь, да, и отвагу! Хорошо. Джипы полицейские вообще. Во имя правосудия. Так, прерывать, как это задействует, что уже. Где звук? Прерыватель действует. Я служу свету. Да. Вот так-то. Ну, я пошел. Шесть минут прошло, и столько же нам еще гоняться. Свет дает мне силу. Еще засада. С чупами. Где враг? Конечно. Чего? Готово.
Я служу свету. Одну засаду я отъехал, почему бы и нет. Конечно. Постройка завершена. Где враг? Отличный постройка план. Завершена. Конечно. Вот так вот. Так мы надо. Бамс. Не нужно кланяться. За моего отца! Разворачиваемся и назад. За честь и отвагу! Эти опять не в какое-то злодейство задумали. Надо бы прилетели добраться. Наверное, затормозить эмоции. Уважаю. Конечно. Вот вам. Повезли. За честь и отвагу! Все там или все? Я... Петрик, заграждение. Демоны придут с небес, и этот жалкий мир скорит в огне. Так говорят колдуны из склада одного. Да нет, кстати, не уничтожили. Да, эту песню я уже слышал. Вас орков ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Ну да. Мамс. Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти. Еще засада. Убить орков! Уничтожить их всех! Да, ваше сельство! Где враг? Так, тут у нас, кстати, есть... Конечно. Одна пасхалка, по идее. Разумеется. О, гнолы. Жалкий глупец. Бабамс. Конечно. Разумеется. Как скажете. Так, это вообще в легкую. До этого тоже не можно завалить. Кланяться. На бок. Я служу свету. Просто стукнем. Конечно. За моего отца. Морлоки? Здесь? Еще раз стукнем. Наверное, их лагерь где-то неподалеку. За честь и отвагу. Разумеется. Теперь я действительно зол. Правильный момент своего уничтожил. Ну и хорошо. Отличный план. Так, боевые ходки получил третьего левого. Отличный план. Угу. Так. Да, господин. Угу. Хорошо. Ну, заграждение опять. Угу. Это такой бой. Он рос. Дает мне силу. Разумеется. Давайте. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Конечно. Отличный план. Разумеется. За моего отца. Отличный план. За фотку. Черный привет. Сейчас черно-белый. Дело. Уничтожены. Где враг? Во имя правосудия. Здесь уже нет никаких прерывателей. Ни заправок, ничего. Просто так гоняемся здесь. Свет дает мне силу. Где враг? Да, ваш вроде. К оружию! Пап, укрепление все пришло к ним. Не нужно. Надо уничтожать потихоньку. Отличный план. Да их много, я смотрю. Служу свету. Что прикажете? Во имя правосудия. Как скажете? Есть! Будет исполнен. Да, ваше сельство! Из засады опять. Не нужно кланяться. Почему мент поехал по шипам? Рассчитывает, что я за ним поеду? Теперь я смешно. Действительно... А ментам же пофиг на шипы. Да я знаю, что ментам пофиг, но это... Они по шипам едут. Они по... В расчете, что... Я за ними поеду, по шипам.
кстати, грузовичок, внимание, он поехал прямо на набережную. Нет, пронесло, я думал, арестуют сейчас. Жесть. Да, нафиг. Где враг? Свет дает мне силу. Это правый их уничтожать тихонько. Разумеется. Там бежим, блин. Разворачиваем. Ага. Сегодня перелазь. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу. Все. Конечно. Задача выполнена, пацаны. Да, ваше сельство. Будет исполнено. Не нужно кланяться. Чё? Во имя права. Так, раскрошим наших лагерей орков этих. Поздно просить пощады. Они там нам не мешали. Вообще не смешно. Где враг? Отлично. Стоик, дайте кто-нибудь. Блин, не смешно. За моего отца. Ну, что-то раньше там глубоков не наблюдают. Он на встречке. За честь и отвагу. Да, подкрепление минуты целое. Хорошо. Вот как раз. Чего? Угу. Ну бы и нет, скажем так. Я готов. Ломайся ты дерево, блин. Я готов. Я стою теперь, жду, когда закончится ослабление внимания. Опять работаешь? Хорошо. Ну, я пошел. Это же 99 тачек задействовано, 70 уничтожено. 100 задействовано, 70 уничтожено. Жесть. Угу. Да, господин. Хорошо. Грузовик. Я готов. Ну, я пошел. Опять работа. Угу. Ну, ждем, короче. Хорошо. Чего? Опять работа. Да, господин. Блин, долго ломать будет. Да. Угу. Ну, я пошел. Так, остановимся. Так, там еще мент появился. Угу. Ну, в стране, правда. Там огры находятся. Вот за этими деревьями огры. Надо это деревья уничтожить и... Там опять шмотки хорошо. Не забрать. Ну, я пошел. Жесть. Да, господин. Хорошо. Машина в фарме помогает, грузовик в том числе. Хорошо. О да, победа за нами. Итак, этот тестовый заезд пройдем, это баг, пацаны, не обращайте внимания. Ну чё? А теперь торговая точка. Повредить 5 полицейских машин написано. А на самом деле надо уничтожить 5 полицейских машин. Чего? Русификатор так себе. Немножко. Да. Надо не повредить, а уничтожить. Да, господи. 5 тачек. Хорошо. В принципе, это не...
Ну, я пошел. Хорошо. Опять работа. Блин, раздолбит, не раздолбит эти деревья, блин. А то тут у нас огры находятся. Чего? Ну, я пошел. Блин, подожди. Вам меня не жалко? Ну, поехали, перевод. Хорошо. Да. Да, так. Хорошо. Чего? Хорошо. Хорошо. 4 недели. Да, господин. Куда они едут? Хорошо. Сейчас забыли. Эти долбаные деревья. Что они тут мешают пройти это к ограм? Во имя правосудия. Да. Давай еще долби деревья. Хорошо. Да нет, долби деревья. Хорошо. Не нужно кланяться. Иди что? Чего? Да, господин. Так, еще долби деревья. Свет дает мне силу. Отличный план. Чего? Тут еще надо раздолбить дерево. Блин, дерево еще одно осталось. Почему это все это долго дело идет? А, все. Я служу свету. Конечно. Да. Хорошо. Не нужно кланяться. Дайте цель, делаю. Эх. Хорошо. Так, Данил, тебе игры с реальными тачками больше нравятся или с выдуманными? Уже в пути. Ты о чем? Сделай. В гонке, где реальные машины или выдуманные машины? Какие тебе больше нравятся? Где реальные машины? Я пошел. Да мне, в принципе, тоже. Прямо в Cross Racing тот же пикап. Ужас, одним словом. Настоящие тачки все-таки гораздо приятнее. Ага. Чего? Да, господин. Ну, я пошел. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Так, надо выпустить персантов. Разумеется. Опять работа. Все получше. Угу. Хорошо. Ну, сделай. Да, господин. Хорошо. Я служу свету. Конечно. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Огры. Я так и думал, что здесь будут огры. Отличный план. Где враг? Разумеется. Сбиваем. Я служу свету. Так, теперь надо убить это мастера клинка. Надо убить мастера клинка. Ну, бьем, чё уж.
Конечно. Отличный план. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Конечно. Отличный план. Разумеется. Они получат по заслугам. Теперь я действительно зол. Конечно. За честь и отвагу! За моего отца! Едем в Эчу. Едем в Эчу. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. За моего отца! Мастер клинка, ну, все пиганем. За лордером! Блин, или за них фигов? Куда? За честь и отвагу! О, я, кстати, убил настоящего. Я куда же поехал, прямо в минта, а вот. Вот, ушел. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Вот и убейте, кстати. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые вот традиции. Мы победили их демонов давным-давно. Теперь 30 полицейских машин надо уничтожить. Шевроле Шевиль, самая такая громко. Ну и все, следующую главу мы пройдем в следующей серии. А с вами был Денчик. И всем хорошего настроения, всем пока-пока.